Всем доброе-доброе утро, мои хорошие зрители, мои хорошие, самые лучшие. Ой, хочу вам сказать огромное спасибо. Вы у меня все адекватные, все добрые. Да, вас мало, но это дорогого стоит. Да, у нас сегодня снег с ночи. Вот такое белое покрывало. Иду осторожно, уже нарядилась в зимние уги. Шерстяной вязаный костюм и мой пуховичок. Короче, все уже по-зимнему. Да, зрители у меня, слава богу, хорошие. Но иногда заходят козы и оставляют свои какушки. Но это мелочи жизни. А в целом все прекрасно и все хорошо. У меня сегодня первый выходной. И я направляюсь к внукам, ждут меня с нетерпением, очень скучают за 4 дня. Вот не знаю, доберусь, не доберусь. Как бы в такую погоду мне чревато ходить, но тихо, осторожно уж как-нибудь. Вот такие вот дела. Хмурое серое небо. Ветра нет, тихо и на удивление очень-очень, при очень тепло. Да, вот так вот. Я без перчаток, хотя мама мне говорит, на, держи перчатки, давай свои перчаточки на всякий случай. Потому что я к дочке же с ночевой, неизвестно, что завтра будет. Вот. Ну и потом я сейчас через магазин хочу сделать внукам и дочке творожный крем-сыр. Я не один раз его делала и вам показывала. Так, как же мне пойти? Хочу им сделать. Сейчас зайду, куплю кефира. Вот, вкусняшек каких-нибудь. И вперед из песни. Ой, началось в колхозе утро. Это зима, блядь. Ой, не знаю, кому как. Для меня это трагедия просто. Уже машины закатали. Вот видите, закатали. Когда по снежку идешь, вроде бы жопа не жим-жим. Как только вот так вот закатано, все, держись. Надо идти осторожненько. Ну, хотя вон дворники с лопатками все зачищают. Так это сколько надо дворников? Видите, все равно все в снегу. Что они там очистят? Лесенки только. Да у подъездов немножко. Короче, ладно, надо смотреть под ноги. Закрываюсь. Все же как хорошо, что мама сунула мне перчатки. Потому что сейчас я несу пакет. И когда по лестницам поднимаешься или спускаешься, надо держаться за перила. Они ледяные. Все, зашла в магазин, купила кефир. Буду делать творожный сыр, крем детям. Кузьку, бананчики, там лимон, печенюшки. Короче, как-то так. Все, и поднимаюсь вверх. И потом вон туда, через мост. Не знаю, пешком пойду, наверное. Прогуляюсь. Девочки, уже видите, как намело. Ну, немного. Он уже прекратился, но подмело. Короче, зашла я на рынок и взяла еще дочке на стол вот такую вот клеенку. Ну, она такая жесткая, как у меня. И расцветочку даже такую. Сегодня поменяем, будет красивый у нас стол. Топаю, где листья, трава, потому что здесь уже лед, блядь. Я вон там внизу как поехала, аж сердце выскочило. Или опустилась в одно место. Вот так вот по листьям. Сюда не рискую пойти. Да, вот так мы и передвигаемся зимой. Очень опасненько. Вроде бы тепло-тепло на улице, а здесь уже все. Вот дороги раскисшие, нормально. Это уже ночью будет скользко. А
тротуары для людей уже все, видите, затоптано. Становишься и едешь. Ой, как-то так. Я иду, как всегда, пешком. И осталось совсем немножко. Ну, пару остановок, и я буду уже на месте. Ой, какая яркая, какая красивая. Очень захотелось улыбнуться тебе. Улыбайся, бабушке. А это кто нарисован у тебя? Я. Зайка? Ялка. Зайка, красивый. Такой красивый, как ты, да? Он тоже с это на ушках бантики. А ты у нас сегодня русалочка, да? Да. Я, мой сладкий. Ты что такое говоришь, а? Софа? Ты ругаешься? Да. На Макара? Да. А зачем? А зачем? Пипеть. Пипеть? Пипеть. Боже мой, все впитывает, как губка. Ай-яй-яй. Думает еще что сказать. И чвачь маму. Пришла, а тут месиво. Короче, Кристина делает фаршик с говядиной. Что-то будет вкусное, наверное. Котлет. Запах на весь, на всю кухню, на весь. Я уже забыла, когда делала фарш. И вообще. Такой прям красненький, сочненький. Запах хороший. Вот все вкусненько пахнет. Те, все дела, блядь. Ну, возьми столько, мама дорогая. Мы сели попить чаек, вот чай с лимончиком там, с печенюшками. Посмотрите, дочка купила конфетки, и называются они «Золотая лилия». Так что я «Золотая лилия». Классно, сейчас буду пробовать. Баба Лиля сделала новую клеенку на стол. Вот такая вот она, блескучая, модная. И, кстати, клево, стол такой, вот видите, деревянный разводами, вообще круто смотрится. Да, Софочка, круто? Круто, круто. Вот, все возятся, чем-то занимаются. А Цезарь наш, красавчик, дрыхнет, и все ему по херу. Да? Да, мой хороший? Красавчик. Хороший Цезарь, хороший. Вот так вот, как всегда, сейчас принюхается. Ой, скажи, все, атаковали, да? Атаковали. Хороший, хороший. Мирим с собой кота, чижика собаку, кошку забияку. Компания какая, вот компания какая. Опа! Включает эту игрушку с песенками и поет, как ей нравится. Еще. Софочка, ты кушать будешь? Да. А ты макарошки будешь кушать? Да. А котлетку? Да. Это да. Вкусно? Вкусно? Да. Ты любишь покушать у нас, да? Да! Скажи, что прикопались? Ты свеколку будешь? Да. Сыром с чесночком, да? Да. А как это вкусно? Покажи вот так вот. Ням-ням-ням-ням, да? Да. Ну, покажи вот так. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ой, как вкусно. Ням-ням-ням. Так, язык нельзя показывать. Можно как делать, баба тебе сказала? Вот так вот. Вот так можно. Да, вот так можно. А язычок показывать нельзя. Кеку буду есть. Кеку, хорошо. Да. Сели ужинать. У нас вот такие вот ракушечки огромные. Красявые. Это мой любимый черный перец. И говяжьи котлетки. А, у нас еще салатик. Сыр и свекла. Ням-ням.
Софочка, приятного аппетита. Макарошки с котлеткой? Да. А что ты еще просишь? Салатик? Да. Ну, сейчас мама все даст тебе, и хлебушек даст, и салатик тебе даст. Приятного аппетита, звезда. Так, сказал бедняк. Мой кефирчик заморозился. Вытаскиваем кефир. Сейчас я буду делать крем-сыр. Вот, значит, заморозила литр кефира. Здесь у меня вот такое построение. Ковшичек. Это чтобы стекала сыворотка. Друшлачок, который я сейчас покрою марлечкой. Вот так вот я застелила друшлак марлечкой. В 3, можно в 4 слоя. Я открываю пакетик, видите, как дербаю его по-всякому. Короче, вот это снимаю. Упаковку я сняла с нашего кефира. Лучше брать, конечно, в картонной упаковке, потому что он легко снимается. И сам замороженный кефир ставлю вот так в друшлак с марлечкой. Получается, здесь ковшик будет стекать сюда сыворотка, а здесь наш кефирчик. Сейчас я его вот так накрываю марлечкой и оставляю на всю ночь, потому что он должен постоять при комнатной температуре, самостоятельно растаять. И завтра получится та самая вкуснятина, от которой за уши не оттянешь. Короче, это самый легкий способ получить крем-сыр. Обалденно вкусный. И очень-очень просто. Купил кефир, только жирность нужна хорошая, 3,2. На 5 часов, на 6 кинул в морозилку, потом вытащил, снял упаковку и вот так поставил. Завтра утром я вам покажу, что будет дальше. И не благодарите меня, это очень-очень вкусно. Прошла ночь, посмотрите, весь мой кефир упал. Посмотрите, сколько сыворотки. Можно печь блинчики или оладушки, пол ковша. Запах такой, коровкой пахнет, молочком пахнет. Вот он, красавец. Сейчас я его через марлю еще подожму и покажу вам, что получается. Вот такой вот нежный крем-сыр получается. Вы не представляете, какой он обалденный. Его можно есть просто так. На любителя, кто любит, можно нарезать, добавить зелени, там перец, специи какие-либо. Кто на что горазд. Если вы делаете выпечку, можно использовать это в выпечку. Ну, добавить ванилин. То есть все 33 удовольствия. Хотите для выпечки, будет с ванилином. Хотите просто есть, добавляйте свои привычные вкусы. Ну, то есть перец, там специи, зелень и так далее. Он обалденный. Вот буквально один день, и вот такой вот нежный сыр готов. Сейчас вот его, по идее, нужно в холодильник. Он так более-менее потверже становится. Но мы будем есть вот такой, потому что сейчас утро, мы будем завтракать, нам ждать некогда. Но он просто офигительный. Посмотрите, какая масса. Красота. Так что делайте такой сыр, не пожалеете. И приятного всем аппетита. Я делаю масочку с этого сыра. Просто балдеж. Mm-hmm.
натуральный продукт всегда наношу на лицо. То ли это ягода, то ли молочные продукты. Оно питает, увлажняет, вообще классно. Вот так начинается утро. Умываемся, подмываемся, наносим масочку, все дела, завтракаем. И мы счастливы, жизнь прекрасна. Чуть-чуть на лоб не хватило, не хочу топать опять туда. Вот так вот. Ну, сейчас минут 20 похожу и буду смываться. Так вот. Сегодня у нас на завтрак рисовая молочная кашка. Я, как всегда, добавляю джем и черный хлеб и мой сыр-крем. Мы будем пробовать. О, Макар, приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Мы играем в шарики. И я кидаю. Я тоже взяла. Ой. Опа. Опа. Ой, как весело. Опа. Ой. Гламурненький бабушке дайте. Поиграю с гламурненьким. Тюк. Макар вон нарисовал там портреты. Опа. А здесь, смотрите. Опа. Вот у нас игры. Опаньки. Какие шарики. Сдулись. Ну-ка, где тут портрет? А, ну вот, видите. Они сдулись. Какая прелесть. Ребенок, видите, что нарисовал. И так красивенько получилось. А на другом нарисовал? Да. А, и вот. Деду скопала, да. Боже, боже. А на зелененьком? На зелененьком мальчик. Кепки. Ой, и все разные такие. Кепка. Посмотрите, какой прикол. Молодцы, дети. Так продолжать. Слушай! Веселиться, а наслаждаться жизнью. Ура! Давай, мне. Опа. Опа. Ой, сколько радости. Вот много ли для счастья надо? Софа, если ты будешь цеплять, вот так он лопнет. Надо только ладошками брать. Опа! Мамочка! Опа! Это салют! Да какой салют, и так хорошо! У-у-у! Действительно салют! Как здорово! Играем и закусываем. Видите, как печеньки на всякий случай. Ну-ка, давайте еще салют. Все салюты. Давай, раз, два, три. Посмотрите, какой красавчик. Цезарь. Цезарь. Балдеет. Балдеет. Посмотрите, расставил и задние лапки, и передние. Нет, киша. Лежит, балдеет. А, серьезно ты кот. Он и кот. Как человек. Я... Где шарики? Иди, возьми шарики, иди играй с Макаром. Ай. Беги. Ай. Ты зверюшечка, сладенький. Ты как человек лежишь. Вот так вот лежит целыми днями, смотрит в потолок, спит. А ночью выдает. Шарахается, мяукает, шкрябает, грызет. Да?
Да хочется, знаете, его потискать, поцеловать. Да-да-да. Но он не дается, он такой прям вообще не потрогал нас. Да-да-да. Да-да-да. Вот так вот, киска. Кика! Ну смотри, как человек лежит. Бе-бе-бе-бе. Пофиг все. Бе-бе-бе-бе. Ну сейчас он тебе лапой как даст. Дразнишь его, мешаешь ему. Он, видишь, отдыхает. Он очень устал. Очень устал, котяра. Очень. Нет, киса. Это пипец. Нет, киса. А куда умер?